Привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Мы в студии Игоря Толмачева, и сегодня мы будем обсуждать, какой набор косметики нужен для девочки 14, 15, 16, 18, в общем, для девочки, которая никогда не пользовалась косметикой, вдруг решила начать, что нужно, что необходимо. Ко мне обратилась мама, говорит, надо вот, чтобы все было по науке, и я такая, хорошо, без проблем. Это база для макияжа Catrice, она даже с претензией на Pro, потому что я знаю, что Catrice, они очень часто в Германии выступают спонсорами недель высокой моды в Германии, и там их визажисты работают только на их косметике, в общем, все супер. Давайте попытаемся открыть это все, давай, кто умеет, я умею быстро, открывай. Вот такая вот, да, вот, то есть она такая степень защиты тут очень крутая. Вот эту вот можно не выбрасывать наклеечку. А здесь будет говориться о сроках годности, там и все такое. Вот ее нужно оставлять. Открывай дальше. Угу. Вот, теперь попробуй ее на палец. И на руку перенеси. Мама тоже попробовала. Я-то потому что уже знаю это добро. Разглаживает мелкие морщинки под глазами. Разглаживает кожу. Выступает как база для век. Да. Но я бы не советовала пользоваться этим каждый день, как я уже и говорила. Потому что это очень круто каждый день такое использовать. Летом в жару, чтобы макияж не побежал, все это работает. Дальше у нас идет тональный крем. Вот он. И в паре с хайлайтером L'Oréal. Я еще пока ни у одного блогера не видела хайлайтер L'Oréal. Как-то к нам его завезли раньше, чем к остальным. Сначала он был по 800, теперь он уже по 900. Вот, еще месяц пройдет, будет по 1000, еще через месяц 1130 миллилитров, чудеснейший продукт. Давайте потестируем. Вот. Вот такая вот капелька прямо, видите, какой у него капелюшечный расход, прям совсем капельный. То есть его надо совсем-совсем чуть-чуть. Вот такой вот маленький носик. Да, из него очень тоненькая такая, вот давайте. И все, и он засыхает, вы согласны, и он никуда потом не исчезает. Угу. Смотрите, что мы будем делать, чтобы был красивый макияж. Вот такой крем, он стоит 50 либо 70 рублей, он очень бюджетный, он продается с незапамятных времен. Это мой первый, кстати, тональный крем в 10 лет, я который начала пользоваться. Давай, открывай. Вот сейчас будешь разбираться. Опа! Тоже степень защиты. Подожди, Юля, не подсказывай. Как ты думаешь? Нет. Нет, это прикольно. Это очень прикольно. Покажи, покажи в кадр. Вот так вот протыкаем. Да. Вот теперь открыла. Давай делаешь свотч на руку. Девушка у нас очень-очень белокожая. Давайте вы с мамой разделите свотч. Мы убираем. Подождите, подождите. Стоп. Дальше. Там, где нам нужно. Мы добавляем. Смешиваем. И вы получите как раз то, что нужно. Вот это вообще как проф, ребята. Хотя это масс-маркет и достаточно недорого. И теперь смотрите перелив. Я тут загораживаю свет. Есть перелив? Угу. Вот таким образом вы будете газировать. А не плюхать там прям... бедрами степень. Дальше у нас идет пудра Art Visage в 21 оттенке, потому что девочка у нас белокожая, открывает пудрочку. Не убирай далеко из кадра. Подожди, там должна быть такая. Вот, видишь? Как пульсир, да.
Все там со степенями защиты, экстра, мега, супер, супер, класс. Да. Он для меня... Тяни, не бойся. Ты, наверное, пальцами держишь. Да? Вот такая красивая коробочка. Она, правда, очень красивая. Она очень радует глаз. И вот этот рисунок, он не облупится у вас ни через год, ни через два, ни через три. То есть, единственное проблемное место, это вот здесь, у этой пудры. А вот здесь может отломиться, короче, вот в этом месте. Ну, не шваркайте ее, не стукайте, открывай дальше. Вот. Такая красивая штучка. Спонжик? Да. Опс. И посмотри, какая она. Вот еще одна степень защиты. Не советую ее выбрасывать, пусть будет. Попробуйте пальчиком. И туда, где был тональный крем. Ой, посмотри, какая она классная. Она вот ничем не уступает никаким там, не знаю, ни Шанелям, ни Лореалям. Вообще все хорошо. Звук там мы пишем, я надеюсь. Очень весело. Ну ладно уж, что. Буду озвучивать потом. Класс. Пудра вообще. Шикардосовская. Она очень-очень классная. Мне ее прислали, этот бренд, в подарок первый раз, после чего я на нее вообще запала просто адски. И обратите внимание, то есть вот само вот это волшебное зеркало, оно сделано из одного материала, это более дешевый материал. То есть раньше это был общий кейс, и он был из вот такого прочного классного материала. Ну, материал разный, но зато удешевили продукт. One, two, three, four. I see you tap your feet. You're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick.